Чтобы вы понимали, он и после этого года и не будет больше учиться. Но... И он еще немного плохо чувствовал, ему сложно. Сложно, но... Не может победить, сказать сам. Ну, не знаю, такой он. И он сказал, что он понимает, что не хорошо, но он сказал, что не то, что все, он стал не ходить в школе и не сказал, что не играет роль. Он говорит, что он будет. Так почему у него будет такая ситуация? Это будет просто так, знаете, отработал. И что он не будет работать? Нет, нет, он не хочет вообще учиться, он хочет работать. Школа профессионал. Самый низкий, но хотя бы так. А он вообще не смотрите, у него есть брат постарше. Тот очень хорошо. Тот сюда, когда тут с курой работает. И да, ну по маленький. Мы же с тем покажем, но он всегда говорил, что хочет так. И он сказал, что 24 можно настроить, и он до 24 лет будет работать, хотите делать что там родители помогут. И купит. Я думаю, он нормально, а он этот провал не. Так нет, еще 17,5 можно. Но он хорошо будет. Для правила. Правила, да, тоже знает он. Он получше из всех нашего класса. Я скажу, чтобы он уже стоил. Хочет десяток? Да, пусть придет и мне поможет. Я передам. Хорошо. Хорошо, пошли на месте, разминаемся. Значит, сейчас мы делаем прыжки в длину. Место. Что разминаем? Наклоны вперед. Колени. Колени особенно хорошо. Так. Разминаем хорошо колени, стопы. Делаем все 8 прыжков. Так. Ну, вроде бы есть. Нет, подключается. Здравствуй, Макс. Он на уроке. Да? Хорошо, что учится. Да. Мне учители про него говорят, что лучше бы не учить. Пригодится, пацаны, пригодится. Так, хочу к тебе зайти. Да, ну что делать? Размялись. Пожалуйста, нет. Встаньте туда. Встаньте туда. И там разминайтесь. Андрюха, ты все прекрасно знаешь. Так. Значит, трансляция. Андрюха, а ты вскоре один туда, одни встал, а девочки туда. Ну нет, да, одна. Девочки. Так, переворачиваем. Так, плохо то, что... Ай, ё-моё. Так, разминаемся, хорошо. Спахнуть
овце нашла, так. В секунду отсыпали, залезали в кость. С яблоком, через это мы нашли овцу нашла. Денис, иди сюда, Денис. Мячик убери, Саша. Денис, громко мне, Денис. Денис, ко мне. Подними вот это. Ну мало это мяч, да, было. Пусть мало, но интересно. Да, да, да. Да, слушаю, что ты. Вот. Нормально сейчас вот их за. Да. На Я не понял, почему это пас здесь.
Молодец. Давайте здесь еще метр. Так. Стоп. Давайте бомбу. Нет. Оттуда, как зайцы прыгают. Не ногами талкивает. Вы тоже, а вы сзади меня прыгаете. Вперед. Так, 7 с этой стороны. А что за отходы? Так. Метр 90. Ой, патрон лечит гром на ней. 80 метр 70 метр 50 метр 50. Да. Юрий Александрович. Сырбу, становись вот сюда. Сырбу, вот сюда становись. Так. Лучше нового окончил. Ага, все, можешь уйти. Так, сейчас я беру ручку. Значит, еще раз, по три человека. Три человека. Вот здесь становимся, прыгаем. Иди, приземлились, не надо стоять. Юрий Александрович увидел, говорит сколько. Вы делаете два шага сюда, и вот сюда возвращаетесь. Три человека. Первый. Вы пробуете. Второй, третий, четвертый на оценку. Сейчас я скажу первую тройку. Этот... Я. Будьте здоровы. Так. А, вот. Так, сейчас я возьму ручку. Так, первая тройка, Вискун, Сырбу, Боря. Вискун, Сырбу, Боря. Сначала Вискун прыгает. Становись сюда, Сырбу и Боря. Стоп.
Сын будет болен. Вот вы втроем. Так. Первый прыжок. Не считается. Сейчас одну секундочку. Ага, вот. Вот. Итак. Готов, Денис? Пожалуйста. Юрий Александрович говорит. Готов. Пошли. И ушел. Сколько? 2.18. Пошел. Первый не считается. 2. Давай. Сырбу. 2.05. Так, ушел. Первый, который считается. Вискун, пожалуйста. Сейчас считается, да? Да. Метр 19. Стоп. 2.19. Стоп. 2.19. Пожалуйста. Нет, Сырбу. Я? Да, ты второй. Два двадцать шесть. Более. 2.29. Сколько? 2.29. Вискун. Три раза, да? Три раза. Второй раз. 2.30. Сколько? 2.30. 2.30. На первое место. Два тридцать один. Сейчас подождите. 2.31. Саша. Опа. 2.25. Последний прыжок. 2.25. Сырбу. Денис. 2.29. 2.27. Поправь, Саня. 2.27. Да я тебе 40 делал, два раза. Так, все, а бабе? Бытка и казаку. Разница, было бы 10, а бабе, бытка и казаку. Пошли, первый раз просто прыгаем. Так. Хорошо. Готовы? Да. Так, а баби? Два сорок пять. Вот 2.50. Вот это метр. Вот этот мат метр. Ты где туда метр? Первое, второе. Что ты весь, вот вы весь ты не всем недоволен. Если в трудовой дупляре пишешь кляузу. А, кляузу, да. Ты понимаешь, что одна нога может быть впереди, другая сзади. Раз. И у тебя, смотри, когда ты. Сколько тебе дам повторять? Когда ты становишься, ты проезжаешь чуть вперед. Пожалуйста. 1.97 Замучил. И вперед иди. Все, сразу иди вперед. 2.13. Так. Да, пожалуйста. 2.47. Так, Саша. 1.95. Так, Ваня.
Вперед. 2, 25. Пожалуйста. Два пятьдесят. Саша. Хорошо. Все, ничего не могу сделать. Все сами. Все. Ваня, возьми отсюда чуть подвижу. Нет, наоборот. Сюда. Вот это, пятый. Так, давай. И поправь. 2.25. Если они будут не рядышком, чуть-чуть дальше. Ничего? Или ближе, да? Видишь, там, если я на краю прыгаю, то мат уходит. Нормально. Ну что нормально? Мат уходит, а рвется. Ну вот где они вот попадают. Уже стало на месте. Сейчас ты на месте. Сергей Анатольевич, давайте я буду держать, чтобы он ходил там. Хорошо. Куста. Ну вот все время ломают, как ты не можешь понять. А то, что он на месте стоит, это хорошо. Так. Гыска, якобуц, мунтянка, талет. А он говорит. Нет, да? Значит так. Сейчас, территорию. Так. Гыска, якобуц, чернедобровский. Ага, может быть, они позже будут. Так. Они его на уроке. Ага, потом девочки придут. Пожалуйста. Первый пробник. Пошел. Второй петель. Пошел, Андрюха, пошел. Хорошо, приготовились. Так, первый прыжок, пожалуйста. 1.96 м. 1.96 м. 2.05 м. 2.05. Вторая попытка. 1.95 м. 1.95 м. Вторая. 2 м. Третья. 1.96 м. 2 м. 2.03. Так, девочки. Так. Андрей, сделали? По одному. А мог садиться по кайфу. Вот, Викули, с той стороны на синюю. Ну, давай прыгай, это ж пробуй. Дальше, 2 шага вперед. И туда, на синюю линию возвращаешься. Это у нас... Давай, прыгай. Хорошо, ушла. Так, сейчас, стоп. Вика, первая. Метр. 56, 78, 79. 1.79 м. Андрея. 49. Все, закончили. Так, метр. Так, пожалуйста. Сколько? 82. 1.82 м. Андрея. 1.60 м. Вот так, молодец. Все. Так, третья попытка. А, не считается.
Так, 1.40 м. 45 м. Пожалуйста. Так. 1.45 м. Все. Итак, с этим мы сделали. Значит, сейчас. Можно мне еще один раз? У меня 2.39, мне надо 2.40. Это соревнование. Схватку проиграл. Как можно? Да какая схватка? Судья нечестный был. Евгений Александрович, я 2.40 прыгнул. Я тоже 2.40 прыгнул. Я видел. Ко мне претензии есть? Нет. Нет. Садись, Андрюха. Значит так, внимание сюда. Сейчас работаем на пресс. Значит, два человека. Око. То есть вы как садитесь, один держит ноги, другой руки здесь. И 30 секунд у вас. Третий считает вслух. Понятно, да? Так, первые три человека. Сырбу, Вискун, да. Вторые три человека. Раз, два, три. Раз, два. Следующие три человека. Раз, два, три. Вот туда. Так, следующий три человека. Раз, два, три. Вы пока сядете, потом мы идем. Вот так. Так, сейчас я вас... Так, уберите меня. До свидания. Андрей, поставь на него. Андрей, поставь на него. Все, закончил, да? Максим. Еще раз. Один считает вслух. Так. И так, чтобы потом я не пересматривал. Так. Эй. Вот вы. Боком вот так вот. Боком. Саша, голову ко мне. Вот так, да. Чтоб потом видно было. Нет, Саша. Наискосок. Вот так, да. Так, здесь. Нет, Андрей, чтобы наоборот. Стынга на дряпку. Берите, переодевайтесь. Андрей, ты садишься туда, Вика сюда. Разворачивай. Вот так, вот. Так, считать вслух. Вслух. Стой. Сейчас, вот тут 30 секунд. Сейчас я включу это. А сколько надо? Вот за 30 секунд я вам дал там. Чего вы не смотрите? Каждому лично дал в руки. Если вы... Так, где часы? Ку-ку. Так, сейчас я вам скажу. Секундомер. Итак, мальчики. Пресс. Девочки 36. Ой, 26. Мальчики 34. Так. Готовы? Внимание! Нет, Андрей, ставь с той стороны. Не надо закрывать. Руки на... Саша, руки здесь. Руки здесь. Локтями касаться. Нет, Денис, руки здесь. Локтями касаться. Внимание! Хаджи! Время. Дело кто? Вискон Денис сделал? Да. Сколько? 34. Там кто делал?
Пытка Александра. Сколько? 33. И здесь сделала Вика, да? 28. Коля, 28. Все, Вика, иди гуляй. Они сами будут вдвоем. А, ты считай, да, ты будешь считать. Так, приготовились. А, сделаем немножко по-другому. Андрей, вы переходите туда.